был совершен облет дельты реки Северная Двина для того, чтобы понять, какими рукавами происходит сброс льда, выход. Ну, по результатам, Маймоксанское русло работает, Маймоксанский рукав. Никольский работает хорошо, плотно. Вот, по корабельному целиковых полей нет, но лед не проходит. Скорее всего, причина – это недостаточные глубины. И дальше, значит, будут ледокольные работы или что? Какие действия будут? Нет, вот сейчас идет все так, как надо. То есть идет постепенный сброс воды и постепенный сброс льда. Если будет дополнительно у нас подпор со стороны Холмогор оттуда, вот в этом случае надо будет смотреть, как будет работать Маймоксанский рукав и по возможности ледоколами пытаться ускорить процесс, так скажем, для того, чтобы пропускная способность его стала больше. А Мурманский рукав работает, там его мощности достаточно для спуска. Вторая задача была, это поисковые работы, поступила заявка на поиск мужчины 66-го года рождения, который уехал из поселка Поморье в Золотицу на Буране. Вот, и до сих пор его нет. По пути следования туда и обратно, значит, был обследован возможный путь следования его, в том числе и места, где он мог заночевать, это там избушки, вот ряд. Но, к сожалению, обнаружить его не удалось пока.